Привет, ребята, меня Рома. Сегодня у нас будут мифы и баги. Ну, на этом подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы погнали. И первое, это у нас вот этот чикен, который у вас высветился на экранах, где вы видите. Если кто не видит, вот. Вот. Возле моей головы там вот этот чикен. Его снимал Дэн-19К. Я не знаю, как его зовут. Но второй миф, и мы погнали. Второй баг — это когда на карту, где можно самая большая карта, это где полоски оранжевые такие. Вон. Эта карта, забыл, ну, кто ее знает, самая большая карта, вот эта, где обычные, где полоски, там как, ну, как трамплин. Короче, ставлю сюда большой трамплин, и со всей скорости на машине летишь вверх. Или парашютом, а воздушным шаром наверх, и у тебя будет... большой баг, как ты будешь трястись, и у тебя почти все тело не будет видно. Даже оружие не будет видно. Ну, дальше второй баг. Заходите на Strike 1, и вы увидите вот это. Не знаю, разработчик случайно не доделал карту или доделал. И не знаю, здесь какой-то баг. Вот так идешь, ничего не замечаешь, потом увидишь это, и все. Не знаю, этого не было уже, не знаю, когда эту карту сделали, мы, наверное, этого вообще не замечали. И даже когда играли, мы этого, наверное, не замечали или замечали. Этого точно не было в Чикенгане, но это появилось на какой-то обнове. И третий баг. Второй баг, помните вот этого робота, как вот, он сейчас будет, подождите одну минуту. Спрашивались, где в роботе наш скин. Я могу показать камерой, он находится вот тут наверху, так, он находится вот тут. Он находится вот тут, и он так, как маленький, и тут он сидит и управляет роботом. Это почти как он пик, вот так залез, и все, и управляет роботом. Пятый миф. Второй миф — это как-то... Вот мы, например, не видим карту, а вот зеркало, вот, ее видит. Это, возможно, зеркало самое близкое до карты. Вот. Оно видит даже карту. Если черное, то вы можете зайти на Чао Хаус и там прилететь к роботу и вот увидеть, а карта еще тут, возле, вдалеко, но оно видит карту. А вот мы, Чикен, вообще не видим. Даже посмотреть биноклем мы не видим ее. Наверное, все догадались, все знают, сколько оружий в кладке оружия, сколько их. Их там где-то 72 или 3. Где-то так. Дальше. Скинов у нас 9 скина. Машин у нас... Подожди. Машин 84. И вы доказывались, зачем 500 миллионов скачиваний хотели в эту игру поиграть, потому что там было интересно и хорошо. Всегда выходили обновы, можно много
можно много денег бы и всякие пасхалки выходят обновы, можно уровни смотреть, всегда обновы выходят, пасхалки можно смотреть, где не спрятано, и рейтинг уровня, там можно делать свой аккаунт, и еще здесь много-много режимов. Я вам сейчас расскажу, сколько его правда скачалось. Правда скачала эту игру. И тут 500 миллионов скачиваний. Ребята, это очень много. Еще когда ее создали, 19 февраля 2019 года, когда Дэн создал свой канал. И даже вот эти игры сделал Чао Хаус. Апс. Как-то так. Вторая пасхалка, это у нас вот. Возле свиньи там что-то лежит, это я этот баг заметил. Потому что там похоже на что-то, как, например, вот это. Похоже как на вот это. Заходите на офис 2, и похоже как-то на вот это, только оно там желтое. Нет, ну почти похоже, оно там маленькое, и еще это как что за стороны. Интересно, может еще там что-то добавить. Вы спрашивались вопросом, какие самые быстрые машины. Бэтмобиль и еще гоночная машина. А вы спрашиваете, почему гоночная машина? Потому что она едет как Бэтмобиль, вот. Она едет как Бэтмобиль. Если вам не доказывается, вы можете сами посмотреть. И она очень-очень быстро едет. Вот так. Если два тормоза, то вообще еще быстрее. Вот так. Вот такая. И мы погнали дальше. Вы скажете, какая самая лучшая карта и самый лучший режим. Я вам скажу, что это самый лучший режим. Это Free Mode, потому что там 20 игроков, и это очень много. Вы скажете, что самая лучшая карта это Town 3F, там можно призвать мясную курицу, но нет. Самая крутая карта это у нас Big Fat. Да, она у меня не вышла еще, но, наверное, скоро выйдет у меня. Это карта, я на это надеюсь, но она должна выйти. Погнали дальше. И это самый последний миф, когда выйдет обнова. Я вам ее не покажу. На 200 тысяч подписчиков я покажу, когда она выйдет. Ну и всем пока!